знаю, зачем я это записываю, ведь у меня совсем нет времени. Лето почти закончилось, и хочется его запомнить. Все пошло наперекосяк, когда меня наказали за публичное колдовство. В наказание совет отправил меня в исправительный лагерь. И кто же там был? Эй, поосторожней! Неловко, но все же приятно. У Джекса тоже были проблемы с советом. Серьезные. Они даже хотели забрать его силы. Но он справился. И теперь снова волшебник. Меня тоже выпустили из лагеря. Как раз вовремя, чтобы опоздать на папину вечеринку. Похоже, там было весело. Из-за лагеря я пропустила несколько смен на работе. Просто с ног сбилась. Самое плохое, что Дэниел работает в двух шагах, и мы почти не видимся. У него новая напарница, Мия. Она милая и всем нравится. Но я ей почему-то не доверяю. Наверное, я просто ревную, ведь она с Дэниелом весь день. Но теперь он весь мой. Скоро вечеринка, и он сказал, что готовит мне сюрприз. Скорее бы его увидеть. Я просто знаю, что теперь у нас все будет очень хорошо. Ну, мне пора. Пока-пока.